Продолжение борьбы за сохранение береговой линии Севастополя развернулось в Языковой балке. Территория, которую в конце июня Севприроднадзор намеревался включить в генеральную схему берегозащиты и природопользования, вновь разрывается ковшами экскаватора. По сообщениям очевидцев, проживающих в садовом товариществе неподалеку, работа тяжелой техники активизировалась на участке, принадлежащем частному собственнику Скурскому, во второй половине августа. Напомним, работы на территории были остановлены постановлением Севастопольского городского суда. В мае прокуратура города через суд доказала необходимость прекратить земляные работы на территории Языковой балки, которую ввели с нарушением закона. Возмущенные возобновлением раскопок люди сразу же обратились в департамент городского хозяйства, правительство города и Севприроднадзор. Общение с самим собственником особых результатов не дало. Тот заявил, что занимается, цитата, «подготовительными работами на своем участке земли», уточнив, что занимается расчисткой земли для прокладки дороги. Из ответа Севприроднадзора следует, что специалисты ведомства не обнаружили следов земляных работ, а сама техника на территории участка отсутствовала. Особую обеспокоенность жителей вызывает тот факт, что в начале 2021 года в интернет попали видеоматериалы, представляющие планы застройки Языковой балки под коттеджный поселок с пирсами и 16-этажным жилым комплексом, при том, что сама земля находится в водоохранной зоне, где подобные работы категорически запрещены законодательством.